Вы не знаете, зачем Володька усы сбрил? Усы? Феня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы. У нас очень мало времени. Добрый день. Ответьте на пару вопросов, пожалуйста. Несложно. Не о политике. А зачем Володька сбрил усы? Захотел. Моложе решил выглядеть. А вы почему не сбрили? Володька. Да? Моложе хочет выглядеть. Чтобы выглядеть круче? Что он зэк? И, ну, наверное, потому что ему не нравилось усами ходить. Колола жену, усы, наверное, кололи. И вообще просто, сейчас, как говорится, у кого есть борода, я скажу тебе да. Надо бороду отращивать, а не усы, правильно? Покрасивее быть. Кололись жене. А я откуда знаю? Зачем-то он сбрил. Я думаю, ему было жарко. Чтобы быть красивее. А чем он сбрил усы? Что было под рукой, тем и сбрил. Опасным лезвием. А чем можно сбрить усы? Не знаю. Я ж не брею. Заточкой? Руками. Are you kidding me? Молодец. 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 Жесткач. Ну, наверное, топором. Электробритвы. Брауном. Aber er hat deine усы mit Rasiermesser geschneidet. На этой позитивной ноте мы и заканчиваем, собственно. Спасибо вам огромное. Наконец мы узнали, зачем Володька сбрил усы. Теперь брить усы и равнять бороды можно Ильям, Владимиром, Росомахом, всем тем, кто хочет стать... Да что ж такое? Как настоящий мужчина.